Dank für Ihre Geduld. Sie dürfen Ihre Fragen nun stellen. Was für diese Pressekonferenz. Ich möchte mich herzlich bei Ihnen bedanken. Как говорится, правила футбола чрезвычайно просты. Если мяч движется, бей по нему. А если не движется, бей, чтобы двигался. Рады представить вам сегодня прямую трансляцию из Дортмунда. Два рабочих города, Дортмунд и Гельзенкирхен, недолюбливают друг друга, мягко говоря. И если когда-то в этом были исторические причины, то теперь почти вся история вокруг противостояния этих городов – футбол. Мы всех приветствуем на одном из самых ярких противостояний Германии – Дортмунд против Шальки. Рурское дерби – единственное и неповторимое. Боруссия вышла на поле в следующем составе. Ого, всего один форвард, но какая атакующая группа. И он, конечно, не останется без поддержки своих партнеров. Главный тренер Шальки 04 с первых минут выпустил следующий состав. Игроки на поле. Схема 4-5-1. Надеюсь, атакующие полузащитники не оставят центр форварда сегодня без голевых моментов. Команды начинают эту игру. Поехали! Серхи Роберт. Антонио Рюдигер. Юлиан Вайгер. Мбаппе. Интересно, куда? Такой момент у Мбаппе! И он забивает! Не пришлось нам долго ждать первого гола в матче. Быстрый гол все-таки случился у нас. Очень хороший мяч получился. Практически в одиночку он эту атаку создал. Протащил мяч и не стал никому отдавать передачу. А мог ведь, но мне кажется, он верно все рассчитал и взял ответственность на себя. 1-0. Сейчас будет веселее. Хорошо, он идет вперед. Можно навесить сейчас. И мяч улетает. Без труда он его забирает.
Нико Шульц. Юлиан Байкер. Похоже, в этом сезоне интрига отсутствует, да, Костя? Действительно, Георгий, тотальная гегемония одной из команд. Я с трудом представляю, что они смогут растерять такое преимущество. Не смогли они мяч удержать. Мбаппе. Мяч отобран чисто. Ну-ка, кто к нему успеет первым? Мбаппе. Серж Гнабри. Очень хорошо он играет. Сейчас спас команду защитник. Дуглас Кост. Аксель Вицель. Мбаппе. Еще чуть-чуть. Гол мог быть. Тут надо было просто вынести мяч, что защитник и сделал. Антонио Рюдигер. Серж Гнабри. Мбаппе. Ройс. Ой! Ну это просто супер вратарь! Такое ощущение, что он сам готов пойти и забить этот мяч. Но ничего, команда все еще выигрывает, и возможности отличиться еще будут. Не получилось вынести мяч, по-прежнему опасно может быть. Отлично он играет на перехвате, очень хорошо игру сейчас прочитал. Нарушение правил, за такое судья может и карточку показать. Спорить тут никто не будет, чистая желтая. Хорошая игра на перехвате, и вот мяч уже в распоряжении другой команды. Мяч за боковой линией. Салиф Сане. Марио Гаспар. Аке. Выносит мяч защитник. Аксель Вицель. Класса. И как пробил. Мимо ворот мяч пролетел. Тренер понимает, что это была великолепная возможность увеличить отрыв. Отсюда и такие эмоции. Уверенно сыграл на перехвате и вернул мяч своей команде. Идут они в атаку. Мбаппе. Игроки Шальки могут не останавливаться. Не дал свисток арбитр. Аут будет отлично в отборе сыграл сейчас. Гайя. Хуан Мат. Перехвачен мяч. Это Марко Ройс сыграл. Выигрывает борьбу у соперника. Марко Ройс. Очень хорошо на игру читает, мастерски. Гайя. В атаку они переходят. Подавай! Набиль Бенталеб. Мяч выходит из игры. Будет удар от ворот. Юлиан Вайгер. Ройс. Серж Гнабри. Мбаппе. И с мячом он идет вперед. Далеко от ворот проходит мяч.
с вами прекрасно знаем. Обработка мяча решает много. Марко Ройс. Вицель. Серж Гнабри. Стоит отметить четкие действия игрока, вернувшего мяч своей команде. Интересно, куда дальше мяч пойдет. Не возникло проблем с этим навесом у Перин. Серж Гнабри. Разгадали замысел соперника, они и завладели мячом. Высокий прессинг у соперника. Юлиан Вайген. Ну что, по прошествии времени можно сказать, что удается игра у побеждающей стороны. У нас к концу подходит первый тайм, и Боруссия подходит... Отличный пас прошел. Мяч штрафной, может очень опасно получиться. Марко Ройс. Ройс. Марко Ройс. Хорошо мячом владеют. Пум. Ройс! Перекладина спасает! Все верно. Края надо чаще задействовать. Алессандро Шопф. Хуан Мата. Набиль Бенталев. Есть у него место для движения. Мяч у вратаря. Можно начинать свою атаку. Табличка в руках четвертого судьи. 3 минуты там. Марко Ройс оставил свою команду без мяча. Штрафной удар. Отсюда можно пробить. Очень хорош может быть Хуан Мата при ударах с такой дистанции. Но на месте голкипер. Да, вратарь сыграл надежно в этой ситуации. Серж Гнабри. Потери и у соперника. Заканчивается первый тайм 1-0. Неплохо он смотрелся на поле в первом тайме, так ведь? Так, ну я думаю, что своим голом он доволен. Ведет команда после первого тайма. Ну, одного гола может и не хватить для победы, поэтому надо во втором тайме постараться развить преимущество и забить еще как минимум парочку. Возвращаемся на сигнал Идуна Парк. Марко Ройс. Просто великолепно он в этой ситуации разобрался и мяч перехватил. Тащит мяч вперед он. Гайя. Идут они уверенно в атаку. Навешивает в штрафную. Есть там кому сыграть. Отличный отбор мяча. Мяч уходит за линию. Будет удар от ворот. Уверенно действовал в перехвате игрок и в итоге завладел мячом. Играет. Увидел открывание впереди, делает передачу. Браво! Вратарь! Браво! Плохо с мячом обошелся Марко Ройс. Обыгрывает он защитника. И пробил! Потрясающе вратарь играет! Какой удар тащит! Центр штрафной. Выбивает вратарь мяч подальше из штрафной. Опасно, но в створ не попал. Ройс. Джордан Хендерс. Нико Шульц. Мяч
у них на чужой половине. Ройс. Хорошо мячом владеют. Уверенно они позиционно играют. Марко Ройс. Да как он его взял, а? Это невероятное что-то! Подает Дуглас Коста. Вынос. Мяч не задержался в штрафной. Мяч у соперника теперь. Ройс! Вратарь забирает мяч. Эрик Дайер. Ну, кто так играет? Просто взял и отдал пас сопернику. Хендерсон. Дуглас Коста. Аксель Вицель. Мбаппе. Марко Ройс. Мяч отобран чисто. Ну-ка, кто к нему успеет первым? Марио Гаспар. Неплохой был пас, но соперник эту передачу прочитал. Замену проводит тренер гостей. Посмотрим, кто покинет поле. С мячом вперед он идет. Какой момент у Мбаппе! Потрясающий защитник играет. С вратаря должок теперь. Спас от гола полевой игрок свою команду. Прекрасную реакцию продемонстрировал игрок в этом эпизоде, выбив мяч прямо с ленточки. И выбил здорово, надо сказать. Хозяева поля заметно превосходят соперника по владению мячом в последние 15 минут. Они очень много усилий прикладывают, чтобы мяч у себя сохранить, и тем самым оставить соперника без шансов на ответный мяч. Они по-прежнему вступают в счете. Возможно, свежий игрок принесет его мяч. Дуглас Коста. Смотрим за атакой. Стремительно она развивается. Очень хорошо на игру читает. Мастерски. Как у Гелор Канга. Мбаппе. Ройс. Отлично защитник играет. Уверенно действовал в перехвате игрок и в итоге завладел мячом. Салиф Сане. Не торопясь, они разыгрывают мяч. Марио Гаспар. Навес тут напрашивается. На ближнюю навес. Эрин, хорош! Какой прекрасный пример отбора мяча. Марко Ройс. Мбаппе. Теряет Боруссия мяч. Осталось играть примерно 9 минут до конца второго тайма. Считанные минуты до конца поединка. Может он сравнять счет? Вратарь намертво забирает мяч. С трудом сейчас мы слышим друг друга. Болельщики перекрикивают нас. Похоже, они сейчас сойдут с ума. Да, болельщики понимают, что, возможно, это решающий момент матча. Хотят максимально поддержать свою команду. Ничего сопернику не пришлось тут делать. Мяч сам к нему пришел. За боковую уходит. Лидируя в счете, можно позволить себе такие укрепляющие, я бы сказал, замены. Имеет тренер полное право. Основное время этого матча заканчивается через 4 минуты. Эрик Дай. Гайя. И что дальше тут будет? Мяч в середину штрафной идет. Гол! Голасо Галисимо! И трибуны буквально в восторге. Невероятный момент. Ничья у нас.
На такие голы можно смотреть бесконечно. Шедевр. Вот тут, если бы промахнулся игрок после такого навеса, уже, наверное, на скамейке бы сидел. Изумительная подача. Просто идеальная. Повтор гола нам показывает. Да, отличный навес и великолепный удар. Все получилось очень просто. После ответного мяча у нас 1-1. Всего 2 минуты осталось провести командам на поле. Именно столько добавил судья. Не смогли они мяч удержать. Очень перспективная атака. И какая важная. Если они забьют, то наверняка победят сегодня. На грани офсайда хотел сыграть, не получилось. Без мяча Боруссия остается. Полтора часа бились команды, и на табло ничья. Итак, ровный счет на табло. Ничья. Ну и что скажешь, Константин? Был сегодня потенциальный победитель, которому не повезло? Нет, думаю, результат именно такой, каким и должен быть. Никто сегодня на победу не наиграл. Такое футбольное сумо получилось. Danke, dass Sie direkt nach dem Spielende für ein paar Fragen zu uns rübergekommen sind. Das war's auch schon. Vielen Dank.